как стартовала вакцинация, были разговоры в моей семье, что мы будем прививаться. Я уже в определенный период перенес заболевание, и так случилось, что у меня были антитела к этой болезни. Но, как вы знаете, они со временем уходят, их становятся меньше. И вот буквально в феврале месяце я сделал тест на антитела. Их оказалось там минимальное количество. И мы приняли решение в семье, что нужно привиться. Ну, до этого я вам скажу так, что у меня бабушка 90-го года, она также привилась и, безусловно, нормально себя чувствовала. А теща, тесть и жена также уже были в этой группе привитыми. Безусловно, это нужно, потому что это безопасность твоя личная, безопасность твоей семьи. Это тот коридор, в который ты должен уверенно заходить и чувствовать себя по жизни победителем.